С 1 ноября прошлого года Аграрная кредитная корпорация получила свыше 7 тысяч запросов от казахстанцев, желающих получить микрокредиты по 2,5% годовых. Эти целевые кредиты направлены на поддержку предпринимательской молодежи. В течение года корпорация намерена выдать 5796 таких кредитов, уже утверждено 5205 проектов. Большинство заявок поступило из южных регионов. Из Туркестанской области 970, Жамбылской 786 заявок, Кызылординской области 642, из города Шымкент 466 заявок, из Астаны 456. Из утвержденных 5205 проектов уже выданы кредиты на реализацию 4554. Бенефициары предоставляют такие отрасли, как животноводство, услуги, торговля, растениеводство и легкая промышленность. Микрокредиты предоставляются молодым людям в возрасте от 21 до 35 лет, желающим начать или расширить свой бизнес при условии регистрации в качестве предпринимателя в течение последних 5 лет. Участники должны быть в указанном возрасте на момент подачи заявки в аграрную кредитную корпорацию. Бенефициарам микрокредитов предоставляется льготный период для погашения основного долга и процентов, не превышающий треть срока микрокредита. Одним из ключевых требований является предоставление залога. С 4 сентября текущего года расширен перечень допустимого залогового имущества для молодежи, получающей микрокредиты по 2,5% годовых. Решение о выдаче микрокредита принимается в специальной комиссии, где заявители предоставляют свои бизнес-планы. Комиссия основывается на строгих критериях оценки качества проекта, который должен быть актуальным, обоснованным, экономически оправданным, социально значимым, жизнеспособным и с четко определенным планом действия. Заявления на получение микрокредитов принимаются во всех районах и городах, включая Астану, Алматы и Шымкент.